Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах The Crew 2, и в этом видео мы поговорим с вами о Bugatti Chiron. Точнее, я дам вам настроечки на этот прекрасный автомобиль, на эту просто невероятную дуру, которая прет просто с невероятной скоростью. На самом деле, я считаю, Bugatti Chiron это один из самых быстрых автомобилей в игре. Несмотря на то, что сейчас огромное количество рекордов стоит на Lamborghini Gaesta, да, она быстра, не спорю. Причем не сказать, что она быстра по максимальной скорости. Она очень быстро набирает максимальную скорость. И к тому же на нее как-то по-другому работает нитро. Почему-то вот когда на эгоисте используешь нитро, она прям рвет, просто нереально. Вот чем не могут, к сожалению, похвастаться другие автомобили. Но все равно Chiron, я считаю, один из самых быстрых автомобилей, потому что он единственный, кто может разгоняться до 510 км в час и при этом сохраняет достаточно хорошую стабильность. А все потому, что под капотом этого монстра находится просто невероятный 16-цилиндровый W-образный двигатель объемом 8 литров. И самое смешное, что в играх, к примеру, там в Крюшке в нашей или в Forza Horizon, мы не имеем такого понятия, как топливо. То есть у нас бензина нету. Мы летим на бесконечности, хотя мало кто знает, что такой двигатель жрет просто нереально много. А если точнее, то по ведру в минуту. Да, не стебитесь, на самом деле так и есть. Chiron сжирает приблизительно 100 литров на 10 минут езды. То есть у него бак 100 литров, и все эти 100 литров при максимальной скорости в 400, там сколько, 44 или 445 км в час, то Chiron максималка, все эти 100 литров он сжирает за 10 минут. И, к примеру, если взять какую-нибудь гонку в игре типа Нью-Йорка, в которой нам приходится ехать приблизительно 25-30 минут, Chiron пришлось бы заправить по ходу гонки как минимум раза два. Так что на самом деле хорошо, что у нас есть такая игровая условность, как отсутствие топлива, но это все лирика, давайте перейдем уже к настройкам самого Chirona. И вот такую картину мы имеем. Антипробуксовку и ABS мы сгоняем в плюс, а систему контроля устойчивости и систему дрифта мы сгоняем на минус. Дальше берем восторженное распределение, распределение дифференциала оставляем на дефолтном. Следующие 4 подпункта тоже оставляем на дефолтном параметре. Баланс тормозных сил мы оставляем посередине, потому что если мы будем смещать какую-то сторону ближе к передним или задним колесам, то наш тормозной путь будет увеличиваться. А так как у нас это полный привод, нам нужно, чтобы все колеса тормозили приблизительно одинаково. Переднюю подвеску компор мы отступаем приблизительно на 1 единицу от плюса. Отдачу передней подвески смещаем на 2 пункта слева от центра. Заднюю подвеску полностью вгоняем в плюс, а отдачу задней подвески оставляем посередине. Развал задней и передней подвески сгоняем на минус, а стабилизаторы в плюс. Вот единственное, передние можно немножко сместить на 1 или 2 пункта, ну тут в зависимости от того, как вам будет удобнее. И при таких характеристиках мы имеем очень быстрый Chiron и при этом достаточно управляемый на скорости. То есть он хорошо держит стабильно дорогу, при поворотах его не сносит с трассы. Ну, разумеется, если вы зацепите какую-нибудь обочину, вас, разумеется, вылетит нафиг, потому что, ну, это обочина, это гравий, по-другому никак. Но на скорости им очень приятно управлять, и он очень быстро поворачивает. И хоть эгоисты сейчас и ставят рекорды, я считаю, что это немножко незаслуженно. Она немножко имбалансная, ее нужно немножко понерфить. Она очень быстро разгоняется, она очень быстро набирает скорость во время использования нитро. Я ни за одним другим автомобилем не замечал такой резкой прибавки к скорости. Даже чисто вот из интереса я решил проверить, какой из автомобилей, эгоиста или Chiron, разгонится до большей скорости на одном и том же отрезке времени. И Chiron как раз таки развил на приблизительно 5 км в час больше. Но если бы я использовал нитро, Chiron, к сожалению, остался бы немножко позади. Потому что по непонятным мне причинам эгоиста очень резво отвечает на впрыск нитро. Ну и на этом все, друзья. Я надеюсь, эти настройки помогут новичкам или не очень опытным игрокам улучшить свои результаты на трассе и, скажем так, составить конкуренцию уже более опытным игрокам. Так что, если вам понравилось это видео или оно просто оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!